Сатнам, Индрити. Сатнам, приветствуем. Welcome. Добро пожаловать. Today is a festive, happy day. А сегодня первый из благословенных дней. And we're going to allow ourselves to become and remember who we already are. И мы собираемся посвятить свое время тому, чтобы вспомнить, а где мы и кто мы. So if you could ask whoever, like if everyone can mute their microphones, please. Пожалуйста, отключите свои микрофоны. This is Kundalini Yoga tradition. We tune in with a beginning prayer. I bow to my guide. И это традиция кундалини-йоги, которая заключается в том, что мы ладони прилагаем друг к другу перед грудью и произносим мантру, которая означает, что я преклоняюсь перед моим высшим учителем внутри себя. Shake out your shoulders. Поворачивайте плечами. Relax your hands. Just shake, shake, shake it out. Трясем, трясем, расслабляем руки. Roll the shoulders back. We'll just give a minute or two to let some people are still joining. Вращаем 1-2 минуты, пока остальные присоединяются. Плечами вращаем. Roll them forward. Вперед. And inhale. И вдох. Выдох через рот. Lift the shoulders. Вдох через нос, поднимаем плечи. Exhale through the mouth. Выдох через рот. Really drop the shoulders. Прямо сбрасываем плечи, бросаем. Any sensations of stress or emotions, feelings, inhale, feel them and exhale them out. Все ощущения, весь стресс, все эмоции чувствуем и сбрасываем вместе с выдохом. Really exhale it out. Прямо реально выбрасываем вместе с выдохом. Now we can start, relax the shoulders. И теперь расслабляем плечи, можем начинать. Relate to your inner space of joy and love. Соединитесь со своим внутренним пространством о радости и любви. And from this place, you've taken this time for you today. И из этого пространства выделите себе время для себя сегодня. I invite you to invite yourself to be open to have whatever transformation, however you want to call it, shift of consciousness, miracle, transformation, realization, any word you want to put to it, it's all the same. Я приглашаю вас сегодня перейти к процессу трансформации, переменам, чуду, любому слову, которое вы считаете уместным. And for each of us, however many, for each of us, the sensation of realization or perception or opening or miracle is going to be a different experience. И на самом деле для каждого из нас восприятие либо реализация либо чудо будет совершенно уникальным опытом. So drop any expectation you have. Поэтому отбросьте все ожидания, которые вы имеете. Drop your spiritual anxiety. Отбросьте свою духовную тревожность. Allow yourself to be 100% present with yourself in this next hour. Turn off your phones. Пожалуйста, отключите микрофоны и позвольте себе в течение следующего часа находиться в пространстве с
себя. And bring your hands together. И ладони вместе. Chant Om Namo Gurudev Namo three times. И мы поем Om Namo Gurudev Namo три раза. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale again. Вдох. And exhale. И выдох. Inhale to begin. И вдох, чтобы начать. Пожалуйста, отключите микрофоны. So, welcome, welcome. We have a few of us on Facebook Live and a lot of you on Zoom, and many more will watch this later, the recording. So, today is a special day. Итак, сейчас нас люди смотрят на Фейсбуке, и очень много Zoom, и еще большее количество посмотрит в записи. Сегодня у нас особенный день. But I think every day is a special day. Ну, на самом деле, я думаю, что каждый день особенный. Because every day somebody was born in the planet, yeah, a lot of people. Потому что каждый день множество людей рождались на этой планете. And we can, I feel the time of idolizing people, and in any tradition is time to reflect the quality that is within your own self. На самом деле, сейчас приходит время для того, чтобы поразмыслить над тем, что идеализация каких-либо людей — это лишь отражение определенных качеств, которые вы имеете внутри себя. To empty and dissolve the difference that you feel between your own self and somebody who you admire. Просто чтобы опустошить и растворить какую-либо разницу между человеком, которым вы восхищаетесь, и собой. If you can admire a statue or somebody who's passed and dead in the etheric realm. Вы можете восхищаться и статуей на столе, и кем-то из покойных людей. Or a teacher, or a Dalai Lama, or some of the president of whichever country that you admire. Далай-лама, учитель, президент какой-либо страны, которым вы восхищаетесь, кто угодно. And it could be a supermodel. You see, it's somebody who you think is, like, has qualities better, like, the problem is if we think that they're better than us. Любой человек-супермодель. Проблема в том, что мы думаем, что этот человек обладает качествами, которых нет в нас, то есть он выше нас. That if something of you is lacking, that they have and you don't have. То есть что-то в вас отсутствует, а в этих людях имеется. And how can we turn this admiration to your own self? И вопрос в том, как мы можем преобразовать, повернуть вот это восхищение внутрь себя, направление себя. Because the essential nature of every human born has the same qualities. Потому что на самом деле суть каждого существа, каждого человека, она имеет определенные качества. И вопрос в том, что просто на каких качествах мы фокусируемся лично. We all have the saintly, the human, and the demon, or the devil, or the beast, or whatever name you want to put to it.
В каждом из нас есть и демон, и святой, и зверь, и все что угодно. Можно назвать это самыми разными словами. Our job as a yogi is to embrace the totality of self. И наша работа как йогов принять тотальность собственное. To love every aspect, the whole spectrum of your mind, of your body, of your spirit. Полюбить любой аспект нашего ума, нашего духа, нашего тела. Like a seesaw, yeah? Подобно Цезарю, подобно лидеру. Yeah, like this, like this. То есть вот таким образом сбалансировать. It's good, it's bad, it's good, it's bad, a good day, bad day. Хороший, плохой день — это хорошо, это плохо, суждение бесконечное. But you are the seesaw. Но вы являетесь ножницами, которые как бы разрезают вот это плохое и хорошее, но происходит слияние. We are the consciousness that's experiencing the totality of the whole life experience. Вы то сознание, которое испытывает тотальность всего опыта жизни. How do you want to experience from today the rest of your life? Как вы хотите испытывать жизнь с настоящего дня и всю оставшуюся жизнь? There's nobody to blame outside of you. На самом деле нет никого, кого можно винить снаружи. And there's nobody that can make you great. И нет никого, кто может снаружи вас сделать великим. You are the most beautiful person you will ever experience in this lifetime. Вы самый прекрасный человек, которого вы когда-либо встречали в своей жизни. If we don't see ourselves as beautiful, our life will not feel beautiful. Если мы не видим себя прекрасными, то тогда наша жизнь не прекрасна. If you don't love yourself, let me know if you feel really loved by somebody else. Let me know. Пожалуйста, дайте мне знать, если вы не любите себя, но вас реально кто-то обожает. Если так есть, скажите мне. So we're going to start today by doing a special meditation to release the past. И сегодня мы сделаем специальную медитацию, чтобы освободить себя от прошлого. To release the insecurity, release the fears, release any limiting belief systems, pain, sorrow, frustrate anything from last moment, like last, it's always the past, yeah, even this moment, this speech is already past. И мы собираемся избавиться и от страхов, и от беспокойства, от всех ограничивающих убеждений, от всего, что было в прошлом, даже если это было несколько мгновений назад. Это уже наше прошлое. So come in a relaxed meditative posture. Итак, примите удобную медитативную позу. And just close your eyes and think of anything, situation, person, thing that you wish to release, any memories that are no longer serving. И сейчас закройте глаза, сосредоточьтесь на том человеке, вещи, событии, о чем-либо, от чего вы хотите избавиться, что вы больше не хотите держать в себе, память о чем. You're going to bring your hands in front of you. So we're going to be doing movement sa, ta, na, ma. So. Ладони таким образом, и мы совершаем движение пальцами sa, ta, na, ma. Eyes are going to be looking at the tip of the nose. Взгляд на кончик носа. We're going to do this for 11 minutes. 11 минут. And allow the meditation to do the work. You don't need to try to do anything, but just hold the position, do the mantra. И позвольте самой медитации выполнять свою работу, вы просто поддерживаете позу и произносите мантру.
And this is very powerful, releasing all the subconscious, unconscious, conscious memories of things that are just holding you back from self-realization, prosperity, love, family. И сейчас мы будем очищать все наше бессознательное, подсознательное, сознательное, все то, что мешает нам от реализации себя, все, что удерживает нас. So you're gonna chant, so it's, I'm gonna play the music. И мы будем петь. Continue. Продолжаем. Eyes are almost closed, looking towards the tip of your nose. And where are the hands? They're just in front of you, like right over left. You can see. Ладони паху. Вот таким вот образом скрещены в паху. Взгляд на кончик носа. Позвольте любой боли, любой памяти с прошлого прийти и раствориться, уйти. With love and compassion, let it all go. Через сострадание отпускайте. Love your pain, love your past. Forgive any yourself, forgive anybody else. Примите и полюбите свою боль и свое прошлое, а простите и себя, и причинившую вам боль. Call on any spiritual guides or saints or gurus or teachers, your mother, your father, your cat, whoever you need an assistance to really allow this miraculous shift of releasing. Вы можете призывать и, скажем, попросить руководство у своих святых, учителей, матери, отца, кошки, кого угодно, чье присутствие вы считаете необходимым. Сидите и чувствуйте, словно вы центр своей вселенной. Вы таков или такова, какие вы есть. Over 400 people meditating together.
sense the whole meditative mind of the group. Сейчас такое большое количество людей участвует в медитации, вы можете чувствовать поддержку группы и их медитативное пространство. Несмотря на то, что некоторые скрывают свои лица, все равно вы здесь присутствуете. Any story that's troubling you, allow it to release. From your stress. Все истории, которые сейчас всплывают, позволяйте им уйти и освободить вас от стресса. Взгляд на кончик носа, ладони у нас в паху, и мы произносим сатанама и поочередно касаемся пальцами. This helps to focus the brain and balance the left and right hemisphere. So observe how your mind is becoming clear. Данное положение рук скрещенные в паху, произносим сатанама, позволяет отрегулировать работу правого и левого полушарий, и наблюдайте, как ваш ум становится более ясным. Последние 3 минуты держите положение. Садхана.
Financial problems, love problems, relationship problems, work problems, let it all go, all the painful memories dissolve them. Оставьте, оставьте, освободитесь от всех памяти вчерашнего и так далее, касательно отношений, работы, всего что угодно. Take charge of your own destiny and allow yourself to have a new experience of life, of love. Просто перепишите свой сценарий судьбы, и пусть это будет сценарий жизни, любви. Начните заново. Итак, вдох, задержка. Сжимаем все мышцы. Tighten your toes, your nose, your abdomen, your spine, every muscle in your body. Squeeze it equally as tight. И нос, и пальцы ног, все мышцы своего тела сжимаем одинаково. Exhale. Выдох. Exhale. Снова вдох. Roll the eyes up to the top of the head. Squeeze, lift everything. Поднимаем глазные яблоки через закрытые веки вверх и сжимаем все. Мулбан, squeezing lower three chakras, squeeze them in and up. Мулапандха сжимает и подтягивает вверх первые три нижние чакры. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Lengthen, squeeze, hold. Тянем, тянем, сжимаем. Задержка. And exhale, relax the breath, relax the hands, relax your eyes. И выдох, расслабляем глаза, дыхание, руки. And sit for a few moments and observe yourself. И сидим несколько минут, а наблюдаем себя. Open your eyes, shake it out. Открываем глаза, потрясемся. Bring your hands up here, the thumbs touch. Теперь ладони таким образом, большие пальцы касаются. You're gonna inhale through the nose. Вдох через нос. And hold the breath for the count to ten.
А задержка на 10? Exhale through the nose. Выдох через нос. And count 10 seconds. И 10 секунд задержка. Start with 5, that's okay, but just do equal. So... А даже если это 5 секунд, но старайтесь, чтобы вдох и выдох были равными. Keep the eyes 1/10 open, letting in a little bit of light. Глаза открыты на 1/10, чтобы щелочка света проникала. When you exhale, pull the navel, unless you're pregnant. И на выдохе втягиваем пупок, а единственное, это нельзя делать беременным. It's very short. We're just going to do a few minutes, but really this helps bring the positive and the negative into balance. Упражнение короткое, и оно балансирует позитивное и негативное в нас. Observe any sensations of tension, stress, how the nervous system is reacting. This is very healing for the whole nervous system. Наблюдайте все ощущения, стресс, эмоции, как реагирует ваша нервная система, потому что это очень целительный процесс для вашей нервной системы. You're inhaling through the nose, holding for 10 seconds, and exhaling through the nose. And as you exhale, pull the navel in towards the spine and hold 10 seconds. Итак, мы делаем вдох, задержка 10 секунд, а затем выдох, и мы втягиваем пупок к позвоночнику, и задержка также 10 секунд. Sense any tension and sense the vastness of your consciousness all happening. Yeah, at the same time. Чувствуйте и напряжение, и простор расширения вашего сознания. На самом деле, все это происходит одновременно.
Да, задержка 10 секунд после вдоха и после выдоха. And inhale. И делаем вдох. Hold, squeeze. Задержка же. In and up, equal. First, second, third chakra. Сжимаем и втягиваем нижние чакры внутрь и вверх. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Exhale. Выдох. Inhale last time. И вдох последний раз. Exhale, relax the hands, relax the breath. Выдох, расслабьте руки и дыхание. So if we believe that that life is for us, that the universe is in our favor. Итак, мы верим, что жизнь для нас и Вселенная на нашей стороне. We have a certain experience in life. У нас есть определенный опыт в жизни. If our core belief system is from trauma and victim and that life is difficult and everything is against me, people are against me. Но на самом деле часто наше коренное убеждение заключается в том, что жизнь сложна и все против меня, люди против меня. And we will experience that as our reality. И мы находимся в состоянии жертвы, и все это мы проходим как свою реальность. Guru Nanak started when there was two different religions, the Hindus and the Muslims were fighting. Вы наверняка слышали, что были две религии, индусы и мусульмане, которые воевали друг с другом. And basically he said, there is one God, contemplate God, and the mind will serve you, and life is good. Но на самом деле суть заключалась в том, что есть один Бог, а медитируйте на него, и тогда ваша жизнь будет прекрасна. So whichever tradition you follow, whichever religion, whichever spiritual practices or yoga traditions, different yoga teachers, philosophers, academic neuroscientists. Поэтому независимо от того, чьи традиции вы следуете, какой йоговской традиции, каким философам, академикам, нейрофизиологам. If you look at the real meaning or the real in all the traditions, they're essentially saying the same thing. На самом деле, мы посмотрим, что суть всех религий и традиций едина. There's so much research in the US and in Europe and about the mind-body connection and how positive thinking can manifest your reality. На самом деле, столько исследований проводится и в США, и в Европе о том, какая взаимосвязь есть между умом и телом, и реальностью, и как манифестируется, проявляется наше желание в реальности. If we want something or want an experience, anything, it can be you want a new puppy or a roommate or a new job or a vacation or a new pair of pants or an experience of love. That's something, it doesn't matter what it is that you're wishing to manifest. Не важно, что вы хотите проявить в реальности. Это может быть и подружка, и друг, и любимец, животное, и трусики, все что угодно можно проявить в реальности.
the beauty of there's the mantra of Guru Amar Das is essentially that the belief to your prayer is already answered. Красота мантры, которая обращается к Гуру Амар Даса, заключается в том, что верьте, что на вашу молитву уже дан ответ. He was the third spiritual leader, or they called guru or teacher of the Sikh tradition. Это был третий духовный лидер, либо они говорят гуру в сикхской традиции. And he established and picked the site for the Golden Temple in Amritsar. И он занимался участием в основании Золотого храма в Амритсаре. So there's a mantra that is praise to Guru Ram Dass, who's the Lord, the miracle or the bringer of healing of in this tradition. И в этой традиции также есть молитва Гуру Рам Дасу, которая является Господом чудес и великим целителем. So we're going to play it. You can sing along or just listen. But this, what we want to allow our consciousness to be open and experience that all of your dreams, desires are already happening and manifesting. We just need to get out of the way. Мы будем слушать, и можно петь, и осознанно, слушая эту мантру, осознайте, что ваши желания уже исполняются. Главное — расчистить путь для них. So sit in a meditative position. Садимся в медитативную позу. And you can listen to the mantra, you can sing with the mantra. И можно петь с мантры, либо слушать мантру. And allow yourself to be open to anything you wish to experience, to manifest, to... И позвольте себе подумать о чем-либо, что вы хотите проявить в своей реальности. Now bring your hands in the cup position, like a cup of receiving. При этом ладони у вас в форме чаши, которая принимает. And now you're going to quietly listen to the mantra. Вы спокойно слушаете мантру. And anything you wish to experience, manifest, consciousness, physical things, mental attributes, allow all of these things, nothing is too big or too little to ask for. Allow it, the experience and the things to come in from the universe into the palm of your hand. И теперь все, что вы желаете проявить в своей реальности, неважно, это какие-то физические объекты, либо тонкие вещи, материя, все какие-то ментальные атрибуты, качества, позвольте им пролиться из вселенной в ваши ладони. And your job is to relax any tension in your hands or any resistance of receiving. И ваша работа заключается в том, чтобы брать напряжение из ладоней и какое-либо напряжение, которое отражает ваше сопротивление в получении этого дара. Go wild. Anything you want to ask for, you want. Сбросьте все барьеры, ограничения, все, что вам заблагорассудится, все может быть исполнено. Mahan Kiran, they ask the record to make a little louder, please. Could you make it a little louder? Thank you.
To come in, experiences, situations. Позволяйте всему, всему желаемому прийти и опытам, и ситуациям. Совершенно, а все что угодно, приветствуйте, приглашайте. И выдох. Вдох. Allow yourself to receive blessings. И позвольте себе получить эти благословения. On all levels. На всех уровнях. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Feel 100% deserving and worthy and receptive to all the blessings that the universe has to. И почувствуйте себя на 100% заслуживающим того, что Вселенная предлагает вам. And exhale. И выдох. And come laying down and do a little sound bowl. И ложимся. У нас будет чаша. I'll be right back. I'm running to the bathroom. Сейчас я вернусь. So if you need to use the bathroom, get water and come laying down. Вы тоже можете сходить в туалет, попить воды и вернуться. Laying down, if you have a blanket or something to cover yourself with. Ложимся, если у вас есть плед или одеяло, вы можете укрыться. Turn off your lights. Выключайте свет. If you fall asleep, don't worry, you can just fall asleep. И вы можете заснуть, все нормально.
If you, the translator, you can mute your microphone too now, just for now, because there's a lot of wind or something. Sense your crown chakra and allow your crown to позвольте sound to open your crown chakra. Позвольте этому звуку открывать вашу коронную чакру. Thank you.
And start to, if you're getting up, start to move your shoulders and... И мы тихоньку, потихоньку встаем, двигаем плечами. Hooray! Today's a good day. It's a special day because we can decide it's a special day. Итак, сегодня прекрасный день, особенный день, потому что мы сами решили, что это особенный день. And celebrate everyone who was born and died today. И мы празднуем и дни рождения, и дни смерти всех, кто родился и умер сегодня. We can honor all of the traditions, the saints, the sages, the teachers, the guides, the philosophers, the poets, Rumi, whoever. И мы можем праздновать сегодня и приветствовать, чтить всех философов, святых, поэтов, Руми и так далее. But what's more important is you admire yourself. Но что более важно, это восхищение самим собой. It may be difficult at first. Сначала это может быть тяжело. But we can have compassion for everything that how hard we are on our own selves. Но мы можем иметь сострадание по отношению к тому, как мы жестоки по отношению к самим себе. As you soften, as you enlighten, enlightenment is becoming in your own light. На самом деле, просветление — это означает быть в своем собственном свете. Be content, feel happy for your life as you are in this moment. Чувствуйте любовь и удовлетворение и счастье с собой, своей жизнью в настоящий момент. If you want to suffer, then suffer. Если вы выбрали страдать, пожалуйста, страдайте. If you don't want to suffer, don't suffer. Если вы не хотите страдать, просто не страдайте. But don't blame your suffering on anybody, anything. Maybe the coffee's not hot enough. You can suffer because the coffee's not hot enough, or you didn't get your right oat milk, gluten-free, whatever. Ну, не вините в своих страданиях кофе неправильно приготовленный и так далее, что там неправильная доза молока и так далее. You can have a little excuse or a big excuse. They're all excuses. У вас может быть маленькое извинение, скажем, обвинение, либо большое, но все это осуждение. I don't like to do promotion, but I'm offering two, one in the USA, in New York, and one in Moscow. Pardon? I said I'm offering two retreats. Uh-huh. Okay. I have a lot of healing retreats happening around the world. Mm-hmm. На самом деле, я не очень люблю рекламировать, но у меня много ретритов, исцеляющих по всему миру. Starting in Moscow, then we have Cancun in the Caribbean, and we have Costa Rica and New York and Moscow again. So there's these going to be a week long in different places around the world. Москва, Карибы, Коста-Рика, затем снова Москва и так далее, неделю в каждом месте. Some of them give you the opportunity for certification if you wish to go on to be a healer or to teach Kundalini yoga or meditation. Если ретриты позволяют вам и отдохнуть, и при этом пройти опыт исцеления и обучение искусство преподавателей удаления йоги. So we start. Actually, have my first retreat. I'm hosting my first one here in Los Angeles, starting tomorrow. Завтра начинается мой первый ретрит здесь, в Лос-Анджелесе. I'm manifesting my dream.
So for years I was suffering. I want to do this. I can't do it. Nobody supports me. Everybody's against me. Наконец я исполняю, я манифестирую свои мечты. До этого я годами просто страдала, потому что я хочу чего-то достичь, но мне никто не дает, у меня не получается, никто меня не поддерживает. The more you start to shine and prosper, you'll see who your real friends are. Чем более вы начнете сиять, тем лучше вы увидите, кто есть ваши истинные друзья. I believe there's enough infinite abundance for all of us to be so happy and successful and loving. Я чувствую, что есть бесконечное изобилие, которое позволяет всем нам быть процветающими, изобилиями и имеющим все, что мы пожелаем. If you are successful, it adds to my feeling of success because I can observe the essence of success in you and feel it in me. Я могу достичь успеха, потому что я вижу суть успеха во мне и в вас. Это ощущение успеха. I ask that you don't admire me. You admire qualities that you have in your own self that you may see as a mirror. Я прошу вас не восхищайтесь мной, но восхищайтесь теми качествами, которыми вы обладаете и которые вы видите во мне, как в зеркале. Recognize your own power and your beauty and your strength. And yes, we have faults and we, yes, have a bad day and sometimes we have diarrhea, whatever. Примите свое великолепие, величие, но примите свои ошибки. Иногда у нас просто плохой день, понос, что угодно. The last 5 days my dog has diarrhea and throwing up all over the house. Over everything. I wake up, it's 10 spots around the house, like... My clothes. Последние 5 дней у моей собаки был понос, и каждое утро, когда я вставала, здесь огромные пятна и на коврах, и на моей одежде. Life is like has every aspect, and we have to not just look for the good. В жизни есть самые разные аспекты, мы не должны бегать и искать лишь хорошего. We are the good, the bad, the beautiful, the ugly, the bad days, good days, yucky food, good food, like la 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 la. Life is like this, no? Жизнь на самом деле вот такая: хорошая, плохая, хорошие дни, плохие дни, вкусная еда, ужасная, тошнотворная еда. Вот таким образом. So if you'd like to join us in July, we have our first week, really just to become you and change your life. И если вы пожелаете, мы приглашаем вас в начале июля присоединиться к нашему ретриту, если вы хотите почувствовать, каково стать самим собой. I think Elena is watching me. If you sign up today, she'll give you a special price. For if you sign up today or tomorrow, by in the next 2 days, she'll give you an extra special price. Я надеюсь, что Елена тоже нас смотрит, и сегодня, завтра она может обеспечить вам скидку на данный ретрит. And I hope to see you. If you can't, if you need somebody to sponsor you, maybe some people will offer and donate sponsorship. So whatever's blocking, you know, you from coming, see what's blocking, how the mind behaves. Oh, I can't do it. I don't have time. I don't have money. I don't have this. I don't. That's all. No, practice this. 3 minutes every day. Let whatever you want to come in. Возможно, кому-то из вас нужен спонсор для того, чтобы поучаствовать в этом ретрите. Наблюдайте за состоянием своего ума и ограничениями, от чего вы отказываетесь, не разрешаете. У меня нет денег, либо времени и так далее. И выполняйте вот эту медитацию, ладони чаши, 3 минуты каждый день, чтобы позволить желаемому прийти. I'll see you somewhere in the world at solstice in Paris and... I think it's easier for you. You don't need a visa to come to Mexico and Costa Rica. So I have deep healing retreats then in September and December. Я надеюсь, вам не придется ехать в Коста-Рику и отдаленные районы. У нас также есть ретриты и в Европе. Присоединяйтесь к нам. And I pray, I have a deep prayer today that you feel your prayers are already answered. И у меня есть глубокая молитва по отношению к вам, что ваши молитвы будут исполнены. Pray on Guru Amar Das, Guru Ram Das,
молитвы адресованы. Now I go into the churches, there are so many beautiful saints you can pray to anybody you want. Гуру Амардасу, Гуру Рамдасу, есть столько храмов, куда можно отправиться за исполнение своих молитв. Bring your hands together. Ладони вместе. Yeah. Вдох. Satnam. 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 Many blessings, love, light, joy, prosperity. Благословений, любви, процветания, радости. Просто испытывайте радость от того, что вы есть вы. Many blessings, Satnam. Благословения, Сатнам.